Центральный банк Китая стал на шаг ближе к выпуску государственной цифровой валюты. Согласно Global Times, Народный банк Китая в сотрудничестве с частными компаниями завершил разработку основной функции суверенной цифровой валюты и в настоящее время разрабатывает соответствующие законы, чтобы проложить путь для ее обращения, заявили представители отрасли. Оставайтесь с нами и будьте в курсе последних событий из мира финтех.